Питание школьников – одна из приоритетных задач для образовательных учреждений. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков вместе с местными партийцами проверил качество организации питания в Одинцовской школе номер 17 в микрорайоне «Новая Трехгорка». Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Новая школа». Меню здесь составляется на 10 дней и обязательно согласовывается с Роспотребнадзором. Продленка в 13.30 у нас три группы. 13.30 продленка обеды. Значит, в 2 часа 10 минут у нас полдник для среднего. И, значит, у нас 16.10 обед многодетный, который во второй смене. Кроме того, родительская проверка каждый день контролирует качество питания школьников. Сейчас его обеспечивает муниципальный комбинат «Доброе кафе». В корпусе номер 4 все ученики начальной школы получают бесплатные горячие завтраки. Полдник предусмотрен для учащихся второй смены. Всего 271 школьник получает льготное горячее питание. На его качество нареканий нет ни у детей, ни у взрослых. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».